За полтора года в России уничтожили около 9000 тонн продуктов. Это товары из стран, которые попали под продуктовое эмбарго в 2014 году, то есть из США, Австралии, Канады, Норвегии и Евросоюза. В целях безопасности страны, согласно указу президента Путина, уничтожено почти 400 тонн мясной продукции, в то время как за чертой бедности в России, по официальным данным, проживают около 22 миллионов человек. Еще 5 миллионов зарабатывают в месяц не больше 7,5 тысяч рублей. В августе этого года президент России Владимир Путин продлил продуктовое эмбарго до конца 2017 года. Потребитель заинтересован в том, чтобы получать товары хорошего качества по наименьшей цене. И поэтому нам нужно создавать конкурентные условия. Но, тем не менее, я вас понимаю и на ушко могу вам шепнуть. Будем тянуть как можно дольше.